есть то, что мы едим, сказал однажды Бернард Шоу, и нет причин ему не верить. Осталось только выяснить, что же из всего этого разнообразия стоит есть, чтобы быть здоровым и активным. Это проект «Еда для меня», в котором мы рассказываем о полезных продуктах и местах их обитания. В последнее время наблюдается особый ажиотаж вокруг цельного зерна. Сюда активно подключаются зожники, ппшники, блогеры всех мастей с разными рецептами блюд из круп. Да и на прилавках в магазине появляется все больше цельнозерновых смесей. Что это? Модный тренд или кладезь витаминов, который мы до сих пор не освоили? И что не так с обычной крупой, к которой мы все привыкли? Давайте разбираться. Из чего состоит зерно и чем отличается цельное от очищенного? Какие витамины и микроэлементы есть в цельном зерне и какое влияние они оказывают на организм? Кому можно, а кому нет, разберемся в противопоказаниях к цельнозерновому питанию. Об этом и многом другом далее в выпуске. Издавна на Руси люди отдавали предпочтение кашам. Без них не обходилось почти ни одно праздничное застолье и даже свадьба. По старорусской традиции жених и невеста обязательно варили кашу, чтобы проверить, подходит ли пара друг другу. Кстати, отсюда и всем известная фраза «с ним кашу не сваришь». Быстрый темп современной жизни начал диктовать свои правила. С увеличением ассортимента продуктов и недостатка свободного времени традиционное русское блюдо практически исчезло из рациона человека. Олеся, менеджер по подбору персонала, старается вести активный образ жизни. Ездит на велосипеде, судит соревнования по парусному спорту. Раньше для поддержания формы сильно ограничивала себя в еде, пока не узнала про цельнозерновые крупы. Когда-то в статье прочитала, что это очень полезно, поискала, нашла, попробовала, мне понравилось. С тех пор, а это уже более 10 лет, у меня в рационе зерновые крупы. Завтрак – это у нас молочная каша, обед – это гарнир сложный с мясом, ужин – это может быть с овощами. То есть здесь по возможности, желанию, скажем так, времени. Чаще всего Олеся готовит полбу. Отваривает крупу в пакетиках. Это удобно, можно рассчитать порции на прием пищи и не переесть. В готовую кашу добавляет обжаренные грибы, а на гарнир – свежие овощи и зелень. Рецепт простой, времени занимает немного, зато пользы приносит более чем. Здесь один важный момент. Крупы Олеся выбирает только цельнозерновые. Если мы обогащаем цельнозерновыми продуктами свой рацион, то есть мы заведомо заранее заботимся о красоте своей кожи, волос, ногтей, о своей нервной системе и, по сути, о том, чтобы быть, ну, не то что моложе, но, по крайней мере, вложиться немножко в этот процесс, потому что, опять же, рост холестерина, рост глюкозы – это все про старость организма, в общем-то, про его уже слабые функции справляться с какими-то задачами. В чем же отличие цельнозерновой крупы от той, которую мы привыкли брать с прилавков? В магазинах чаще всего продается обработанное зерно. С него сняли оболочку вместе с зародышем. Часть круп еще дополнительно подвергли температурному воздействию. Это относится к коричневой гречке, булгуру, овсяным хлопьям. Во время шлифования и термической обработки крупы, к сожалению, утрачивают большую часть полезных свойств. Цельное зерно состоит из оболочки, зародыша и эндосперма. У шлифованных круп оболочка и зародыш снимаются, остается только эндосперм, который содержит лишь простые углеводы. Таким образом, крупа лишается большей части ценных свойств – витаминов, минералов, аминокислот, антиоксидантов и других питательных веществ, остается, по сути, лишь крахмал. Именно поэтому наши предки были гораздо здоровее нас. Раньше зерно при использовании в пищу не подвергали шелушению, употребляли цельное с оболочкой. Варилось оно при этом дольше, зато получали максимум пользы. В настоящее время существуют технологии, которые позволяют цельнозерновым крупам оставить в себе все свои микроэлементы и при этом ускорить приготовление. И это технология резки. Резанное зерно у нас не проходит никакую термическую обработку, химическую какую-либо обработку. Тем самым мы сохраняем зародыш цельного зерна и также его, то есть оболочку мы не отделяем. То есть все, что первозданно присутствует в цельном зерне, переносится в зерно резанное.
Прежде чем зерно попадет на резку, его тщательно проверяют. В производственных лабораториях специалисты исследуют образец крупы, а уже потом решают, закупать ли партию, которая отправится на резку, а затем и прилавки магазинов. Для производства цельнозерновой продукции важно, чтобы зерно было чистым, а главное – здоровым. Поэтому в компании «Образ жизни», например, при отборе зерно обязательно проращивают. Если проросло не меньше 90% и при этом не выявились очаги плесени, значит, крупа будет полезная и безопасная. Смотрим, соответствует ли качество партии качеству образца. Обязательно тоже те же показатели проверяем. Влажность, прорастание обязательно. Вот. И если все хорошо, если образец первичный совпадает с качеством образца от партии, то все это сырье закупается, и дальше уже происходят другие технологические процессы. Кстати, простое внимание к деталям при выборе продукта поможет определить и добросовестность производителя. Осмотрите крупу в упаковке, обратите внимание на цвет зерна, отсутствие темных посторонних примесей и размер. У качественного продукта он будет одинаковый, зернышко к зернышку. Все большей популярностью стали пользоваться и смеси из разных цельнозерновых культур. Плюс такого продукта варится в порционных пакетиках не дольше 20 минут, удобно брать с собой, к примеру, на работу. Ну и, конечно, самое главное преимущество – получение разнообразного комплекса витаминов за один прием пищи. Цельнозерновые крупы в основном богаты клетчаткой. Это то, что очень хорошо на нашу моторику кишечника, на метаболизм, на обмен веществ хорошо влияет. Один из таких хороших компонентов – это витамины группы В. А мы очень многие в этой группе дефицитны, скажем так, это наша нервная система. В рационе современного человека наблюдается недостаток клетчатки, а ведь она обладает незаменимыми для организма свойствами. Клетчатка, которая содержится в оболочке цельного зерна, обладает низким гликемическим индексом. За счет этого регулируется выброс сахара в кровь и снижается чувство голода. К тому же она необходима для правильной работы ЖКТ. Именно клетчатка выводит токсины, помогает размножению полезной микрофлоры, тем самым обеспечивая крепкий иммунитет. Получается, что употребляя цельнозерновые крупы и муку из зерна цельнозернового, цельнозерновой муки, мы получаем более обогащенные продукты. Цельнозерновые продукты, они в меньшей степени склонны давать повышение уровня холестерина, чем рафинированные продукты. Анна выросла в семье врачей, о правильном питании слышала с детства. Полезную привычку привнесла и в свою семью. Вместе с мужем и детьми Анна часто употребляет цельнозерновые каши. Гарниры очень часто у нас идут, крупы, там, это все делается с овощами. В принципе, стараемся, например, гарнир там, вместо картофеля, не знаю, макароны брать, да, и то есть заменять это крупами. Одно из несложных и любимых блюд, которые Анна готовит для детей – запеканка из каши. Отваренную овсянку смешивает с творогом, яйцами и бананом. Добавляет специи по вкусу, творожный сыр, спелые ягоды и мед. Получается быстро, вкусно, полезно и красиво. А это плюс один пункт к детскому аппетиту. Добавить, например, в супчик, и получится крупяной суп, то есть это может быть в обед, или также каша на завтрак. Приучать ребенка – это будет здорово. И все же с цельнозерновыми стоит быть осторожными. Есть ряд противопоказаний, с которыми лучше ограничить потребление зерна. Например, проблемы желудочно-кишечного тракта. У пациентов, которые страдают определенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, возникают не очень хорошие симптомы. Это может быть диарея, это может быть боль в животе, это может быть вздутие живота. Поэтому, допустим, человеку, у которого нет никаких проблем с желудочно-кишечным трактом, цельнозерновые продукты употреблять можно достаточно спокойно. Если с кишечником проблем нет, то цельнозерновые становятся панацеей. Специалисты советуют употреблять крупы при лечении антибиотиками, так как зерно является антиоксидантом, помогает справляться с токсинами. А еще благодаря многочисленным микроэлементам заменяет потребление многих фруктов и овощей. Цельное зерно способно не только поддержать молодость, энергию и тонус кожи, но и обогатить организм необходимыми витаминами. Так что если вы до сих пор не перешли на каши из цельного зерна, то сейчас самое время. Будьте здоровы и приятного вам аппетита!